10 лет яркие гортензии радовали своим цветением жителей этого двора. Растения высадила и ухаживала за ними Алла Федоровна. Но этим летом цветам распуститься не суждено. Их повредили сотрудники центра ЖКХ. Тут видно порез от кусты. Здесь сейчас идет зависть. Вот. На благоустройство дворовой территории Алла Федоровна получила официальное разрешение в своей управляющей компании. На протяжении нескольких лет женщина высаживала цветы и деревья. Но каждый год растения срезают или повреждают. Каждый раз что-то такое обязательно проходит. Деревьям рубят вершины. Я спрашиваю, зачем? А чтобы кустом росли. Я говорю, ну это дерево, его нельзя травмировать, понимаете? То есть они делают свое дело, совершенно не думая о том, что вот как-то, понимаете? И все это как прям ножом по сердцу. Мне очень больно. Алла Федоровна неоднократно просила в центре ЖКХ, чтобы сотрудники аккуратно косили траву. Но тщетно. Мы разговаривали с начальником ЖЭК, он сказал, что ну это вырастет. То есть это не первый раз, понимаете? Я не понимаю одного. Но если ты видишь, что растение, ну немножко душой ты как к нему проникнешь, но это же живое. Это я первый потом человек посадил. Ну зачем так крушить? Мы позвонили в центр ЖКХ с вопросом, зачем они срубают растения. Нам ответили, что деревья и кусты никто не огородил. И их скосили, приняв за дикорастущие. Поэтому, если жильцы домов хотят сохранить свои посадки, им необходимо обнести их декоративным заборчиком. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».